Послушайте составы играющих сегодня команд. Наши гости – «Спартак», город Тамбов. Форма красно-белая. Номер 40. Инспектор матча Вячеслав Леонидович Трушин, город Москва. Thank you.
Продолжение следует...
Дмитрий. Очередной матч наша команда сыграет на выезде 25 сентября с футбольным клубом «Подолье». Следующий матч на стадионе «Металлург» состоится 30 сентября. Встречаются команды «Металлург», «Липецк», «Витязь», «Подолье».